Глава городского округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю, и планах на ближайшее время отчитались руководители структурных подразделений. Коллеги, доброе утро. Сегодня мы обсудим ряд вопросов. Первый – это подготовка к отопительному сезону. И на прошлом ВКС губернатора этой теме было посвящено большое количество докладывающих. На сегодняшний день из 2198 многоквартирных домов 1498 готовы к прохождению отопительного сезона, что составляет 68%. 69 котельных из 82 и 97 ЦТП из 105, что, соответственно, составляет 84-92%. В настоящее время в активной фазе у нас работы по замене участка тепловой сети от котельной 422 до тепловой камеры 26, 850 погонных метров в двухтрубном исчислении. И капитальный ремонт тепловой сети от котельной на улице Попова 16, строение 2, до тепловой камеры 6, 260 метров в двухтрубном исчислении. Также по программе модернизации коммунальной инфраструктуры ведется ремонт тепловых сетей на улице Пролетарская, дом 5, Дорожная, дом 9, Лорха, 15, Некрасова, дом 11, корпус 1, улица Карла Маркса, дом 90, корпус 2 и улица Карла Маркса, 90, от тепловой камеры 4 до 17. Общая протяженность ремонта сетей составляет более 5,31 километра. Все, что касаемо подготовки к отопительному сезону, в этом году была серьезная поддержка с точки зрения правительства и лично губернатора. Деньги, которые выделены на те сети, которые проводят сейчас модернизацию, то, что было в докладе, необходимо, чтобы все было сделано вовремя, качественно. Работа водоканала, докладчик Евгений Ильич. В рамках реализации программы «Чистая вода» при поддержке нашего губернатора в городском округе Люберцы выполнены работы по реконструкции и модернизации 12 водозаборных узлов. В том числе в городе Люберцы 6 ВЗУ, по 2 ВЗУ в поселках Малаховка и Краскова, в поселках Томилин и Октябрьский по одному водозаборному узлу. До конца 2028 года планируется модернизация еще как минимум 5 водозаборных узлов. Не менее важной задачей предприятия является надежность системы водоотведения. В настоящий момент завершаем работы капитального характера, направленные на повышение надежности. В работе используется бестраншейное восстановление трубопровода и, что немаловажно, без отключения абонентов. Работы ведутся без раскопок. За 2023-2024 годы заменено 600 метров коллектора в рамках инвестиционной программы. Продолжение работ запланировано до 2028 года. Крайний доклад по дню города, как он будет проходить. 31 августа. Докладчик Илья Александрович Рожников. Пожалуйста. Основными площадками празднования Дня города в этот день станут в городе Люберцы Центральный парк культуры и отдыха и площадь перед администрацией. В поселке Красково, набережная Красковского карьера, вблизи ЗАО «Спецодежда». В поселке Томилино, территория гимназии номер 18. В поселке Октябрьский праздник пройдет на площадке автодрома. И в Малаховке дневная программа состоится в летнем парке, а вечерняя порадует жителей в парке «Малаховское озеро». В городе Люберцы основными площадками празднования 401-го дня рождения города станут Центральный парк и площадь перед зданием администрации. Мероприятия в Центральном парке начнутся в 11, а главная сцена начнет свою работу в 12 часов дня. А в 19:00 настоящим подарком для жителей станет концертная программа с приглашенными звездами российской поп-индустрии. Откроет программу российский певец «Звонкий», автор таких хитов, как «Голоса» и «Лети». Вторым хедлайнером станет российский автор-исполнитель «Бурито», автор хитов «По волнам», «Мегахит» и «Возьми мое сердце». И в завершении праздника на главную сцену выйдут «Галибри» и «Мавик», музыкальный дуэт, исполнители хитов «Взгляни на небо», «Ромашки» и всем известный Федерико Феллини. Уважаемые люберчане, приглашаем всех 31 августа на 401-й день рождения любимого города. Коллеги, на этой ноте позитивной заканчиваем. Нет других вопросов. Хорошей рабочей недели.